От убийства госбезопасностью главы еврейского антифашистского комитета Михоэлса начинается официальная советская юдофобия. Борьба с безродными космополитами, евреями, то есть. Новый русский патриотизм. Дело врачей-убийц. Новый кровавый навет. Национально-буржуазной организации. Joint. Только смерть Сталина отменит расправу. Выдвинутые обвинения являются ложными. Физика. Шахматы. Михаил Ботвинник, чемпион мира. Симфоническая музыка. Балет. Мы отдадим все силы, чтобы как можно лучше показать американцам наше искусство. Сатира и юмор. Продажная девка империализма. Эстрадная песня. Музыка Яна Френкеля. Стихи Инны Гоф. Русское поле. Русское поле. Добрый день. И песня бардовская. Когда строка огромная, приливы запы длинные. Переводы со всех мыслимых языков на русский. И новые сферы еврейской активности. Откуда вы берете эти деньги? С расстрелами валютного воротилы Яна Рокотова и трикотажного короля Ильи Гальперина. Диссиденты. Из семерых вышедших на первую антисоветскую демонстрацию на Красную площадь евреев четверо. За вашу и нашу свободу. Требования свободы эмиграции и отказники. Мои друзья с обоих сторон давили на меня в выборе. Или ты сионист, или ты демократ. Социализм разошелся с евреями. Евреи разошлись с социализмом. Так и кончился строй. И жертвы фашизма, и даже основоположник марксизма. «Русские евреи», фильм третий, после 1948-го.